Короткая сводка. Полчаса на перекате. Один выход на Такао и пока все. Но мы только пришли еще. Сегодня до вечера тут. Так что посмотрим. Ну, речулечка, Вятка, любимая наша речка. Дай трофейчик. Теперь-то точно рыба. Судак, по-моему. А, окунь. Окунь такой нормальный. Не оторвется, надеюсь. Да, грамм 200 есть. Так. Да блин. Такой пузатый. Только я начал у Вятки просить трофейчика. Обычно я всегда так делаю. И она сразу дает. Ребята, вот. Косодака Такао и такой окунь. Пузатенький. Грамм на 200. Ну, таких-то мы берем на копчение. Такао. Косодака Такао. И окунь. Блин, нормально. Федор. Хороший окунь. Значит, рыбка тут в корягах имеется. Так? Опа! Так, ну что, я сегодня намерен разловить свой Ридж 90 СП-шку. Буду пока в него упираться. Не видно еще куда бросил. Вот тут течение началось, да? Угу. Вон кустиком туда теляем к самому. Угу. Я там здесь подлиннее. Есть! О, бери, Федор! Окунь на Ридж! Такой, да? Да, грамм. Так, скину. Так, осторожно. Кидай. Так, ребята. Ну вот, Ридж 90 СП разловлен. Таким вот окунем. Нормально. Классно. Так. Рыбалка с плавом в сложных условиях. Солнце хоть за тучу зашло, хоть минутный отдых. Ослепление. Ладно, пока на Риджика буду рыбачить. Оп. Та-ра-та-та. А, сошел. Это голову я пока подматывал катушку, он на плюх ударил, короче. Или окунь мелкий. Хорошее место. Он нервно забутался. Мы его сейчас проплывем. Эй, туда он взять того подпишу. Кто это так мог клюнуть, интересно. Опусти. Какое-то течение, блин. Попробую на равномерку резом. Мы стоим. Стоим, он теляет туда вон. В пучину-то вон. Там рыба.
там головли, наверное. Такой-то. В таком-то течении. Наверное, наверх почему-то выбрасывает. Сильно, сильно. Нарвал на мягку окунь. Ай, какие. Что они не такой нормальный окунь, да, Витька? Вот, ребята, рис мне второго окуня за сегодня уже принес. Нарвал на мягке, он играет хорошо. А что ты будешь, Витька? Дай-ка я тебе покажу. Такой окунек. Такой вот риджик 90 СП. Проглотил сильно.